по работе. 10 минут свободно, легко разминаемся. Идем в тренажерку, 20 станций отрабатываем. Приходим, 3 раунда на снаряда. Потом дорабатываем 3 раунда на снарядах. Вот для чего упражнения? Очень для корпуса, для поясницы, спины. Задействовать спину. Не просто ногу, а и ногу, и спину. Процентов успеха это ноги. В боксе без ног никуда. Если только в паре олимпийский бокс. Так, а боксеру нужно ноги качать? Боксера без ног как гармонист без гармошки. Рука ноги кормит. Жаль, что мне шея не как у Майка Тайсона. Это лидер нашей питерской команды. Претендент на участие. И у меня есть, что к Олимпиаде прорвется. А брусья нужны боксеру? Ну, смотря какие упражнения все. А, в принципе, нужны. Вот отжимания на брусья. Я бы делал, я отжимания делаю, но не делаю на максимум, не на максимальное количество раз, а с повторами. Потому что, когда делаешь с повторами, ты будешь 5 раз пауза, 5 раз пауза, то тогда ты работаешь на мышцу ударную. А когда ты закачиваешь ее, то это уже тяжелоатлетическая мышца, которая в объеме растет. То есть 5 раз делать 5 повторений? 5 по 5 или там 5 по 3 или 10 по 3. Это пауза. Еще лучше. А? Паузы короткие, как вот в бою. Ударил, пауза, встряхнул руки и опять. А когда ты качаешь, это ты накачиваешь мышцу штангистскую, а не боксерскую. Боксерские мышцы короткие взрывы, то есть 2-3 раза, не больше. Тогда она будет взрывна. А ты закачаешь, она будет тяжелая, и все, как сосиска, и мешать тебе. А сколько ты делаешь? 30. Ковалева форму в этом году. Финал. 41, 42. Не удержался, да? Надо качаться. Какой пример мы подаем своим ученикам? А зачем с груди жать? С груди для красоты. Гриф берешь, 10 по 5. Подходишь, круговая тренировка, 10 по 5. 10 по 5 сделал, пошел на другой круг, понимаешь? Угу. А не 50-70 сразу. 101, 102, 103. Что-то как сделать его? Ты, наверное, всего ничего. Я? Да нет, конечно. Пахарь, мое второе имя, Пахарь. Да, вот так, да. Вот кто сегодня. Со своей станции ушел, ко мне пришел. Ты легкий вес поставил. Просто я очень сильный. А ты просто сидишь, да? У меня перерыв между боковым. Стадо динамик. Thank you.
Теперь боксерское, да, упражнение? А? Боксерское упражнение. Ну, к боксерскому упражнению любое упражнение можно присоединить, если в правильном режиме выполнять. То есть или конкретно по времени, там раунд 3 минуты, или там количество раз подходов, оно будет боксерское. То есть любое боксерское упражнение полезно. Но то, что делают борцы, они, допустим, тоже упражнение, но они делают не спеша, медленно и долго. Потому что у них другая сила, толчковая. Если у нас надо ударить, то там эта сила такая, это вот толкнуть, как вагон, понимаешь? Это другая сила. У штангистов. Вот он может вагон толкнуть, а боксер должен, в смысле, вот так вот оттолкнуть. А боксер должен ударить, и этот вагон должен отлететь. Это разные. Пробить, конечно. Да, взрывная сила. Другая. Вот нам дал наш шеф со штангистами пытаться, чтобы мы почувствовали разницу, что такое боксер и штангист. И вот мы стали, и он нам объяснял разницу в мышцах. У нас должна сухая мышца, а у этих вот такая должна, булыжная. Не, нормально. Чисто на одну руку. Порвать эти цепи все здесь. Не надо мне снимать, у меня не фотогеничная рожа. Я, наоборот, кстати. Не надо, не надо, А вот а ты их проведи, они потом будут эти, как называются, медийные личности, да? Снимайте мне снимать. Нарциссы, совершенно верно. Ах, какой я красивый. У меня был в молодости молодой человек знакомый. Он даже фотографию свою на потолке наклеил. Большую. Нет, это болезнь. Да, он везде фотографировал, по стенам вот в такой позе, вот так. Он, ну, он реально был похож на Тото Кутунья. По завтрашнему дню свободный подъем, баня, отдых. Понятно, да? И 30 числа у нас боевая практика. Нет, 30, да? 31, да. 30 там работа.